Центры управления регионом работают по всей территории Московской области. Они представляют собой офисы, в которых быстро и качественно обрабатывают актуальные вопросы от жителей, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, общественного транспорта, благоустройства и многие другие. Филиал по Ленинскому округу посетил временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Станислав Катаров. Оцениваю работу нашего муниципального центра управления регионом как положительную. И будем дальше двигаться к тому, чтобы все обращения, которые мы видим и фиксируем у наших жителей, оперативно отрабатывать. А оперативная и качественная отработка, конечно же, дает и снижение, и удовлетворенность жителями на время реакции на их обращения. На совещании обсудили обращение граждан по разным направлениям. Все вопросы, скажем, связанные с сезонностью, сейчас, как я уже сказала, это отопление, водоснабжение и вывоз мусора. Также жители очень волнуют, это общественный транспорт. Мы находимся, скажем так, очень близко к Москве. Все работают здесь, в Москву. Как удобнее и быстрее добраться, скажем так, до своих рабочих мест. Сотрудники центра осуществляют бесперебойную связь между жителями и правительством области. Все жалобы и предложения поступают на портал «Добродел», в единую диспетчерскую службу и в инцидент-менеджмент, после чего их обрабатывают с помощью автоматизированной системы центра управления. Каждый сотрудник отвечает за конкретную сферу. Поступают они к нам в учетные записи, в новые задачи. Далее мы разбираем по исполнителям и по вопросам. Отдельно у нас идут содержание дорог нашими муниципальными службами, либо же частными территориями, застройщиками. Такие учреждения направлены на повышение качества жизни в муниципалитете. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Да входите.